Правительство сегодня утвердило стратегию развития сельхозмашиностроения. На заседании кабинета Дмитрий Медведев рассказал, что программа рассчитана на 12 лет. Среди основных задач, которые предстоит решить отрасли, премьер назвал значительное увеличение доли отечественной техники на российском рынке. По его словам, для этого в стране созданы все необходимые условия. Предприятия сельхозмашиностроения стали больше вкладывать в научно-исследовательские разработки. В 2016 году началось серийное производство 75 новых моделей высокопроизводительной техники. Причем уровень использования отечественных комплектующих и материалов превышает 70% от себестоимости выпускаемых машин. То есть мы сохранили базовые компетенции в отрасли. Главные задачи новой стратегии – это, во-первых, насыщение внутреннего рынка техникой российского производства не ниже 80%. Современная техника поможет в том числе и аграриям сократить издержки и потери урожая, особенно когда погода нас не балует, как в этом году.